Идем мы. Водички? Ну, водички, вот те водички. Строительный рынок Джами. Район Каракамыша. У нас 21 октября. Температура 21 градус. Примерно. Жарко. Смотрим этот рынок, интересно, что там. Идем дальше. Это видим странную реакцию на съемки. Ну. Не. Сидят люди, которые просят подзаработать немножко. Как красиво все. Интересно, сколько людей. Все они. Все они просят. Работку. Мы сейчас пройдем дальше, посмотрим, что там продают, покупают. Строительный рынок? Джами? Или как называется? Строительный рынок возле круга Джами. Какого круга? Круг Джами. Там есть круг такой, там дорога, там машины. А что здесь продают? Где всякие строительные прибамбасы продают. Какие прибамбасы? Какие? Ну, рассказывай, рассказывай. Современные? Современные, вот видишь, вот здесь современная техника есть, на которой доставляют грузы. Видел? Проехала. Это арба? Это тележка? Да. Так. Вот еще. Ну что же, идете в ногу с прогрессом? Ну и что еще здесь продают? Вот еще здесь люстры и обои на втором этаже. То как туда попасть, это никому не известно. И нет. Где вообще второй этаж здесь? Нет, здесь второго этажа нет, здесь только один этаж. Но, только... но люстры там есть. Ой, осторожно, там техника сейчас задавит нас. А ты знаешь, что тебе надо купить? Какой? Я знаю. Какой? Мне надо купить выключатель. Только его надо вспомнить, где он. Здесь есть выключатель магазин. Чего? Солнце? Нет, нет. Да, ну солнце, да. Ой, действительно Хоффман. Против солнца единственное, что съемка идет не очень хорошо. Не стараюсь я. Поищу то, что я искал. Да, здесь строительный. Светильник. Что, граната не той системы? Гранаты не той системы. Да. Куда мы идем? Мы идем обратно? В магазин, где это электронные всякие. А давай поснимаем рынок-то хоть. Давай. Что это там интересно? А это хоть? А что где? Электромат. Вот так вот строительный рынок. А сколько территория этого рынка, не знаешь? Ну сколько? Как стадион или как? Больше. Больше стадион? Какого? Спартакон. Вот такой вот рынок. Больше стадиона Пахтакора. Интересно, что там
тоже интересно. В принципе, как и рынок, как и везде рынок. Кафель из Испании больше. Кафель. Вот побывали мы с вами на строительном рынке, посмотрели, что здесь происходит. Как говорится, все одно и то же. Ну ладно, будем дальше снимать.